Всем привет! Как вы видите, я разобрал свой полюдариум, и что у нас получилось в итоге? Папоротники. Мы сажали растения, каждый по одному виду. В итоге с одного растения получилось вот столько папоротников. С одного кустика альтернатеры получилось, ну, кустиков 10 альтернатеры. Из мха там был маленький-маленький кусочек, почти пол-литровая банка, либо даже литровая банка. Также хидиортис пошел в рост. Конечно, мало кусочков, но это все из-за того, что мох разросся и не давал много питательных веществ. И сагитария. Чуть не забыл. С одного кустика получилось вот столько у нас криптокарины оливковой. Как-то так.